текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 747 тысяч гектаров. Из них площадь зерновых культур составляет 439 тысяч. При этом погода принесла аграриям массу неудобств. В некоторых районах из-за продолжительных осадков работы приходилось останавливать. О предварительных итогах уборочной кампании рассказали в ответственном ведомстве. Уборка зерновых культур полностью завершена в Хабзинском, Мартукском, Мугалжарском, Темирском, Уйлском, Хромтауском районах и областном центре. В Алгинском, Каргалинском и Айтекибийском работы еще продолжаются. В последнем районе ситуация сложная. В Айтекибийском районе, основном зерновом районе, на сегодняшний день убрано 80% площади зерновых культур. Проливные дожди мешали уборке урожая. Согласно данным Казгидромета, в этом районе в августе осадки выпали на 136% больше месячной нормы, на 404% больше в сентябре и на 218% больше в октябре. На сегодняшний день масличные культуры убраны на 49%. Картофель убран полностью с площади почти 6 тысяч гектаров. Работы по сбору овощных культур проведены на 100% с площади 4 тысячи гектаров. Во время проведения уборочных работ проблем с техникой не было. Имеется более 800 зерноуборочных комбайнов, 1500 тракторов, 1200 тракторных прицепов и более 600 грузовых автомобилей. На осенние полевые работы выделено 14 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, что в полном объеме обеспечило потребность. Отпускная цена дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей составила 250 тенге за 1 литр, что на 10-15% ниже рыночной стоимости. Кроме погодных условий, проблем добавили сайгаки. Установлено, что около 16 тысяч гектаров пашни были затоплены этими животными. От сельхозформирований поступили предложения по регулированию численности сайгаков и рассмотрению мер по выплате компенсации пострадавшим. Что же касается саранчи, то в трех районах области возникла необходимость в дополнительной обработке от вредителей. В целом по области проведена химическая обработка на площади 709 тысяч гектаров. Ситуация находится на постоянном контроле. В результате повреждения сельскохозяйственных культур не допущено. Динара Абдуалиева, Самат Каликенов, телеканал «Актобе».